Так, ребята, шинок в Суботове. Так, сначала буду показывать большое видео. Надеюсь, еще памяти хватит. Вот такой шинок. Сейчас буду показывать вокруг. Там наши девочки пошли. Синемельные сапоги. Крутые. Так, вот такие беседки ресторана. Ребята, не комментирую. Вам и все это понятно. Вот такие уголочки красивые. Вот небольшая прудик небольшой такой. Не знаю, если там пока лягушки не вижу. Ну вот аисты. Кувшины. Хранилище для дров. Вот такие вот старинные предметы. Деревянные вилы, колеса. А это корыто деревянное. Со сказки «Рыбаки и рыбки». Так. Продолжаю этот вам весь шинок. Очень большой здесь двор. И я и слева, и справа хочу охватить, чтобы все было видно. Алло. А что ты звонишь? Я же тебя закрыл, как я закрыл, сказал. Вот там Елинская церковь в Суботове. Я потом еще сниму отдельную, которая на 5 гривнях. Ее фотография. Гортензия, такой куст огроменный. Столы на колесах. Оригинально придумано. Оригинально. Продолжаю осмотр. Вот такая телега. Бочки. И телеговоз. Вот с такими цветами. О, из мультика жил-был пес. Волк и пес. Баба-ёшка. И ее домик. Вот. Лисичка и колобок. Вот такой казак на свинье скачет. Ну, круто.
Круто, ребята. Вот такой вот ресторанчик здесь, кафешка. И там шинок. Вот такая территория. И орех. Небо, небо голубое. Совсем ни одной тучки. Жара. Вот такая прикольная коровка. Ох, и коровка. Пока-пока.